Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной трэш на моем аккаунте, на котором я раньше играл, русский сервер, все дела. И сегодня мы будем бить, точнее не бить, а качать мега-имбу, не просто мега-имбу, а свалина из очень обалденной, я надеюсь, прокачкой, заодно поржем хотя бы, посмотрим, что с этого получится. В общем, вот такой вот свалин у нас есть. Я его не ролил, я показывал, я его получил так, и в принципе это самый оптимальный вариант. Два пака на русском, и у тебя герой есть, только надо было подождать недельку. Я вам на него обзоры уже поделал, показал. И сейчас у нас будет мега трешечок. Так, что там? Оу, ничего себе. Опять они просят. И у нас сейчас будет трэш, мы сейчас его прокачаем на вторую эволюцию, все дела. Я сделаю из него просто конфетку. Ну как конфетку? Потрешую. Я не знаю, что получится в итоге. Но думаю, это интересно будет. Так, надо посливать. Книжечки. Оп. Эволюционировать. Ну, конечно, за КГшки. Это не английский сервер. Так. Отлично. Прокачали мы ему максималку. Давайте аргументацию сделаем. Сейчас надо будет какую-то чарку словить. Так, аугментировали. У меня есть готовое, но я попробую пятерку какую-то интересную выловить. Герой такой, знаете, специфический, потому что зона атаки у него и не туда, и не сюда. Так, четверка, первый мах нам нафиг не нужен. Блин, 258 коробок. Жесть. На английском сервере там, блин, около 20 тысяч. Да давайте уже пятерку какую-то. Пиромах. Издеваются, короче, над нами. Нам, в принципе, на атаку и не надо. Сейчас попробуем. У нас будет мега эпическая сборка, я надеюсь. Сейчас надо будет еще уклонение нам наролить. Я не знаю, сколько это времени займет. А может и не будем ролить уклонение. Потестируем точно надо. Крит сопротивление. Но ему крита не надо, у него и так крита с головы хватает. Ему уклонение надо. Вот это больше всего вымораживает, когда ты качаешь героя. И вот созвездие такой геморрой качать. А на русском сервере то тем более. На английском бы уже хотя бы какая-то пятерка выпала, а тут... Тут пятерки даже не падают. Тройки, четверки. Жесть просто какая-то. Вы чё, IGG? Прикалываетесь? Батька к вам зашел на русский сервер. Давай. Оу, пятая есть. Ничего себе. Поехали дальше, ребята. Не знаю, сколько самого. Обычно в районе 50к это может стать, чтобы наролить хотя бы 5. Но больше всего то, что убиваешь дофига времени.
Четверка, ну четверка рановато еще. Да давай ты уже. Хочет. Блин, жесть какая-то, посмотрите, сколько мы уже. Мы быстрее его прокачали на эволюцию. Ладно, давайте потом этим займемся делом. Нам еще и просвет качать. Так, посмотрю, что это за сервер, сразу, знаете, желание пропадает качать что-то. Так, поехали. Опа! Он опять тратит желтые книги. Да, ребятушки. Именно так. Так, не буду я столько сидеть над этой. О, ничего себе! Ну а чё ж вы раньше такие плюхи мне не давали, когда я здесь играл? Так, ресурсы. Мана. Ого, нифига себе, вы чё? Зажрались совсем, посмотрите, сколько оно стоит. Чтоб не столько лайков прилетело на видос, сколько сам я потратил. Вообще зажрались. Это ужасно. 600к, ребятушки, мы сделали это. В то время, когда твинк уже 1 600 000 практически. Разница всего-то в 1 миллион. Твинк в 2 раза или в 3 раза моложе. Да, так, конечно, дешевле прокачка. Так хоть тратишь на этот. Дешево и быстро. Космо как-то сливается очень быстро. Так. Он сказал, а ты дурак? Музыка полностью. Так, недомогание. Ой, это вообще жесть сейчас будет. А, такс, ну блин. Делаем вторую эволюцию. Так, отлично. Митя, блин, какие ники, я даже их не знаю. Я даже вас не знаю, кто вы такие, ребята, сори. Митя, Вася, Петя, мы качаем свалено. Дайте золото, друзья.
Да, я понял, это будет очень долго. Чувство, когда, знаете, убил героя и потратил все на золото и ману. Написал, зачем ты его купил, его ж можно было выбить. Убивать уже неинтересно. Интересно покупать на русском сервере. Так. Добиваем просветики. И let's go. Я не знаю, сколько мы самого слили на прокачку. Ну, оно того не стоит однозначно. Так, эмблемка. Это ужасно. Это просто печально, ребята. Я завтыкал, что я на русском сервере не имею ожога 8. Ожог на русском сервере — это миф. Так, ну окей. Будем пробовать сейчас скрафтить. Четвертое, не пятое. Пятые ожоги. Сделали 3 шестых. Шестых сделали семерку. Окей, отлично. А семерки сделали нифига. Окей, даже такой вариант нас вполне устроит. Итого, у нас сегодня, ребят, будет обалденнейший тест с тремя одинаковыми талантами. Девяткой, восьмерку сделаем и семерку. И мне вот просто интересно, как оно будет сочетаться. Знаю, что это полный бред, но все-таки интересно посмотреть. А вдруг написано, сказано, что у меня есть уже на смене. Вот на 8 мы улучшили. У него 9 встроенная, 8 и 7 эмблемы. Вот такой вот вариант. Плюс сейчас поставим сюда для отхила ангела. Подкачаем немножко судьбу, а то как бомжики какие-то уже. Тут можно думать, что мы не можем себе качнуть нормально героя почти на 13 скилл. Сори, ребят. Так, трешуем дальше. Блин, запарился я уже его качать. Мы еще созвездие даже не выбили. Нам надо уклонение хотя бы побольше. Так. Давайте четверки натащим, потому что это будет дофигище времени. А мне такая лень резать видос. Да и вам, наверное, тоже. Самое интересное, самый сок увидеть. А, третий, нет, третий мы не будем ставить. Третий — это уже слишком. Русский сервер, как обычно, не удивляет. Я
Так можно просидеть 20 минут и вытащить второе уклонение. Блин, я хочу уже этого теста. Просто посмотреть, что мы за днище создали. Семерка, восьмерка и девятка. Тройка. Да давайте уже, сколько можно издеваться? Это жесть, ребята. Они просто над нами стебутся. И так каждый раз, когда ты качаешь героя за донат, вы думаете, что донатом легко. Вы не знаете, сколько нервов уходит на вот это вот задротство этих четверок, пятерок. Не говорю пятерок всех, потому что все пятерки ролить можно и целый час. И было такое, что целый час я сидел и ролил их. Чара и то уже намного интереснее роли, чем вот это. Да давайте уже, вы чё? Уже по 200 и нифига, посмотрите, даже по 200 не дают топ пятерок. Так, меня это начинает уже напрягать. Двойка! Супер. Четверка есть. Давайте по 450. Тройка. Нет, тройка это... Тройки, тройки я никогда в школе не получал. Не получал. Но надо стремиться к высшему баллу по 12-бальной системе. Хотя бы четверочка. Две двойки. 3-2. Это, ребят, это все по 450 самов. И они хотят сказать, что вот пятерка, наконец-то. Все, пофиг. Поехали. Вот такой вот свален у нас. Ожог, ожог, встроенный ожог. Свален ожоги. Поехали. По идее, должен работать только... Так, он ушел в инвиз. Так, это не то. Должен работать только девятка. Я еще на английском потом протестирую ради интереса. Пишите в комментах, хотите ли увидеть еще тестик на английском сервере. Там можно будет поставить две девятки и восьмерку. А там ресурсов-то побольше будет. Так, итого смотрим. Что мы имеем? Смотритель по нас попал. Мисс, 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 мисс. Включился. А где отхил? Где отхил, ангел? Что это за отхил? Что это за фигня? Вот посмотрите на эту дичь. Что это такое? Что это такое? Что? А что это вообще над ним светится? Что это за дичь была? Это его, походу, щит. Ну, в общем, такое вот. Наставили мы ему ожогов, и я не знаю. Уходит в инвиз прелестно. В общем, ребята. Такая вот дичь. 20 минут и герой ни о чем. Ну хотя я вам скажу, он без прорывов, если смотреть. Вот сейчас вот ожоги заходят чудесно. Надо, конечно, побольше ожога влепить. Надо еще где-то надыбать ожог. Короче, никогда не делайте такого. Такое делать нельзя. Не знаю, не спасает. Честно, не спасает он что-то его. Ну, хотя нули проходят довольно-таки часто. Не, все, ребята, это имба. Это однозначно имба. Посмотрите, как он тащит. Ничего себе. Ничего себе. Посмотрите, это все, это имба, ребят. Ставьте три ожога ему. И будет вам счастье. И будет он тащить. 54%. И Фрея просто ничего сделать не может. Обалдеть. Вот это мы имбу создали, ребята.
Все-таки три ожога тащит. Два не тащит, а три надо ставить. Это оно. Все, пишите комменты. Ой, ставьте лайки, ждите видосиков. Всем удачи, всем пока.